Фортепианный отдел школы искусств славится своими традициями. Посвящение в музыканты – одна из них. После всего лишь 2 месяцев обучения первоклашки выходят на большую сцену. Задача здесь не только продемонстрировать полученные навыки и умения, но прежде всего показать огромное желание заниматься музыкой, совершенствуясь день ото дня. Начинать работать, прежде всего, надо начинать с любви. Вот и все. Надо сначала очень проникнуться к ребенку, захотеть, чтобы он тебя понимал, захотеть, чтобы это все получалось. Не всегда это с каждым абсолютно нужно находить свой ключик, свой индивидуальный подход. Но это уже мастерство каждого педагога. Педагоги у нас просто изумительные, замечательные на всем отделе. В музыке ребята только делают свои первые шаги. Играть на большой сцене – честь для юных дарований. Чтобы попасть на нее, дети много занимаются с педагогами. Для них это, во-первых, первое серьезное выступление в таком большом актовом зале, в концертном зале, на прекрасном рояле, при слушателях. Потом они каждое свое произведение показывают, и каждый по-разному это показывает. И сразу видно отношение, как хочется сыграть. И все они с большим удовольствием играют. У нас все концерты проходят по 40-45 человек. Это у нас сегодня первоклассников так не очень много. То есть желание играть. Самое главное – желание играть. И отсюда желание учить, желание приходить на уроки к своему любимому преподавателю. Мы сначала все отрабатываем, берем определенную пьесу, учим ее, пока я ее могу даже, если я смогу, даже с закрытыми глазами, так хорошо выучить. И мы берем эту пьесу и играем либо на концертах, либо на конкурсах. В финале концерта на сцену были приглашены все участники. Каждый получил сладкий подарок с символичным названием «Вдохновение». Но вдохновение – это когда вот они слышат красивую музыку, то, что им педагог преподнесет, расскажет, зачарует этим вот рассказом, и все. И они готовы работать и играть, и им хочется это сыграть, и все. Вот это вот и начинается с маленьких таких пьесочек «Вдохновение». Вдохновение, когда вот думаешь, ничего не можешь понять, как это играть, что делать здесь. И вдруг ты понимаешь, как это все делать. Ты должен как-то понять эту пьесу, ты должен войти в ее вкус. Нина Шепелева представила педагогов-наставников, которые вкладывают всю душу в учеников и вместе с ними покоряют новые вершины. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».